Дорогие друзья, здравствуйте. Получила посылку из интернет-магазина «Дивный сад». И сегодня буду я ее распаковывать. Сейчас посмотрим. Мне должны были здесь прислать лилейники. И вот мы сейчас посмотрим, в каком состоянии эти лилейники. Я их выписывала где-то 9 видов. Вот был комплект и поодиночке. Сейчас посмотрим, как они скомплектованы. И покажу вам, какое у них состояние. Так, вообще-то в этой компании я уже выписывала не раз. Всегда нравились их. Так, ну вот. И для доставки распаковываем. Так, это как всегда у них. Сейчас покажу вам и расскажу. Вот посмотрите, здесь у них, как всегда, находится вот такая бумажка, в которой рассказано о всех этих видах, которые я выписывала. И вот сейчас вам скажу, что же у меня здесь есть. Вот видите, вот все здесь по каждому виду отдельно, все расписано. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот лилейник. Так, смотрим. Лилейник Фулет Ми. Давайте как раз вернем и посмотрим, какая корневая система. Ну, вот их жаль, что вот не в стаканчиках, а вот так видно, из земли они выкапывают и сразу их фасуют. Но, в принципе, хорошо-то. Она упакована, да, ну, чтобы не рассыпалась. Сейчас посмотрим. Самое главное, ну, влажная корневая земля такая, знаете, хорошая. И корешки тоже. Сейчас попробуем оторвать, посмотрим, что внутри. Внутри, ну, тоже нормальные, живые. Так что вот он, один вот такой. Так, следующий. Посмотрим. Так, вот этот получше, так потолще. Да, столик. Лилейник Белолугоси. Так. Тоже неплохой, видно. Ну, этот немножко так суховатый, но здесь серединка нормальная. Так, лилейник Пандорас Бокс. Это три. Так, дальше. Вот он, лилейник Эйдж Хед. Вот. Следующий лилейник. Посмотрим. Вот он. Это все пока одиночки у меня были. Вот уже 4. Пятый. Да? Пятый лилейник. Это Blue Eyes. Ну, в принципе, Blue Eyes. Так называется. Да? Тоже как бы. Ну, нужно, конечно, поместить их, будет обязательно перед посадкой в водичку. И вот это у меня был комплект. В комплекте должно быть 3 штуки. Это смесь. А вот какую смесь, мне вот интересно, повторится с этой смесью, с этими, или не повторится. Сейчас посмотрим. Так. А, братцы мои, вот смотрите. А вот это они не подписывают. Вот это, я понимаю, такой будет низкорослый. Вот мелкие листочки, значит, это будет низкорослый. Да, здесь тоже. Это, скорее всего, 2 низкорослые будут, где-то сантиметров до 30. Вопрос, какого цвета. Жаль, что они не указывают цвет. Так, ну и один вот такой покрупнее. Ну, если это будет такой оранжевый, как у меня, то, конечно, будет обидно. Вот, значит, вот это вот все, вот это стоило 3 рубля. Каждый, итого 9 рублей вот эти. Так? А вот эти лилейники, у каждого была своя цена. Так, сейчас посмотрим, где-то тут у меня эта бумажка. Потерялась, а вот она. Так, так вот, цены разные, от 7 до, так, 5,85, 6,85, 7,56, 7,28, так, 6,24, ну, ошиблась я все-таки, не 9 рублей эта смесь стоила, а 13,05. Итого все это стоило 46 рублей 74 копейки. Ну, что ж, пойдем замачивать. Обработаем это в растворе фитоспорина. Ну, некоторые марганцовки обрабатывают. Мне понравился фитоспорин. И, конечно, я туда помещу. Пусть немножко корни пропитаются. Так? Ну, и, конечно, посмотрите, здесь такое обращение лично ко мне. Ну, и про каждый лилейник вот, пишут. Очень даже и неплохо.
Так, ну попозже, когда уже я их посажу, когда они зацветут, я потом сниму повторное видео, это будет уже на следующий год, и расскажу вам, какого же цвета мне прислали вот эти линии, и совпали ли они с тем, что я выписывала. Ну а сейчас вот и все, что я хотела вам сказать и рассказать. Об этих линейках. Кстати, я у них ни разу не выписывала линейки. И так, в основном все хризантемы, все было хорошо. Ну что ж, посмотрим. А вдруг все замечательно будет. Пока-пока.